будет после. Дождь капля. О, есть наши люди, давайте веселее! Наши люди! Наши люди! Я же не слышал эти звуки! Вот, это то время, когда это то место, где мы проводили свое время, будучи юношами, и очень кайфовали от этого. Мы до сих пор с ностальгией вспоминаем голос, вспоминаем те движения, которые были здесь, вот в фойе ДК, и это было очень круто, согласись, да? Очень круто. Считали звезды, залазили на крыше голоса, да? Проводили кучу бессонных ночей. Друзья, я вам искренне желаю, чтобы у вас было такое же детство крутое, как было у нас. Мы не знали, что такое мобильные телефоны, но тем не менее, это дань современности. У каждого они есть, и давайте просто больше тусоваться. На самом деле, это очень хорошая панацея к крутому настроению и развитию. Поэтому песня следующая называется «Крылья». Давайте расправим руки! Расправим крылья! Yeah.